Доброго вечора, ми з України. Хорошим новостям. Не сильно разворовали станцию откачки воды, которая питает, которая точка забора для города Николаева нашей чистой водой. Две из пяти точек, которые, возможно, были взорваны, мы обследовали, и они взорваны в Мирном и в Киселевке. Нам сейчас помогает ДСНС, потому что очень много мин и не справляемся. Много работы, нам помогает ДСНС. Понимаю важность вопроса про разминирование для Николаева. Отправляет нам два экипажа дополнительно из Черкас. Завтра начнем первую точку разминировать. По работам, по восстановлениям, после разминирования, там 5 дней на первую точку, 10 на вторую, и это еще последовательно. То есть чудо там завтра-послезавтра воды не будет. То есть минимум 15 дней на сейчас, еще мы не видим три точки следующие. И опять же, в ущерб срокам будет безопасность людей для того, чтобы это дело все разминировать. Но в ближайшей перспективе вода будет. То есть мы понимаем, что это реально восстановить, средства, силы для этого есть. Поэтому нам, николаевцам, недолго осталось мучиться, будем дело возвращать. Что касается декупированных территорий, в том числе Снегиревки, там нет воды, света, связи толком. Там 48 населенных пунктов, которые были, уже можно говорить, под оккупацией. На данный момент мы завозим гуманитарную помощь туда полным ходом. Связь только на Старлинках, тяжело работает на дизель-генераторах. Но завтра пытаемся дефектовать по электрике, послезавтра, думаю, успеют силовики закончить стабилизационные мероприятия для того, чтобы мы могли инженеров пускать на связь, на телевидение, на тепло, да, то есть минимальное необходимое людям мы уже туда везем, там 5 фур сегодня заехало. Военная администрация там на месте, люди все там работают, поэтому в ближайшее время будем возвращать максимально быстро наши населенные пункты к полноценной жизни.